Хейоги, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Вольфенштейна. И это у нас Блахович. Так, я на самом деле не помню, на чем мы остановились. Ага, это баночка. И куда мне вообще идти хотя бы? Немножко я в этом сейчас запутался. Нам сюда, я вижу здесь какой-то... Ой, стойте, это закрытый проход, да? Денежка. Ну, нам туда нужно поговорить с кем. Ну, блин, я помню, здесь было много зомбя. Ага, даже так. Мы целый день устанавливали эти штуки по городу. Зачем, интересно? Не знаю. Да и знать не хочу. Есть! Вышки готовы! Готовься! Все готово? Так точно! Все вышки готовы! Так держать. Шагом марш на базу. А, чувствуется, мне теперь будет очень много народу. Ходить по мертвой зоне. Биджей, нацисты только что включили радиобашню. Мы должны избавиться от нее. И каким образом? Как ты мне это предлагаешь делать? Прикрывай меня, пока я перегружу это оборудование. Как только я начну, нацисты полезут наружу, поэтому будь наготове. Я тебя понял. А, типа сразу так? Да, если это типа просто защита вышек, идите в сраку. Продолжай их сдерживать, Биджей. Я еще не закончил. Могу я просто оставить одного в живых? Ой, тихо. И я ты почти бы... закончил, продолжай прикрывать меня. Ух ты ж, ё-моё, я понял. Думаю, что да. Подожди, уже почти все. Еще чуть-чуть. О, чтоб мне это не ёбнуло. Давай шустрее, слушай, это не так уж... О, блин. Все? Вот так. Теперь ты знаешь, как это делается, и сможешь самостоятельно взрывать другие радиобашни. Есть тут одна, которая может тебя заинтересовать. Больше, чем это. Находится наверху радиостанции, к юго-западу отсюда. По-твоему, я слепой? Ну, это типа доп. Задание, типа защита вышек. Я так понимаю. Это тупые миссии. Так, чертеж, подожди, дополнительный... А что хотя бы открыл? Вопрос. По данным на 8.00, все КПП, расположенные на территории аэропорта, находятся в состоянии повышенной боеготовности. По данным разведки, кружок Крейсау может предпринять нападение в ближайшем будущем.
До получения дальнейших указаний все транспортные средства, въезжающие или выезжающие из аэропорта, должны проходить тщательную проверку. Сопроводительные документы не должны быть просрочены. Эти требования должны соблюдаться неукоснительно. Теперь, когда Каролина Беккер, руководитель кружка Крейсау, взята в плен, все подразделения должны направить усилия на захват Эрика и неуловимого американского шпиона. Если эти двое будут пойманы, сопротивлению конец. Согласно последним... Так, ладно. Я понял. Найс. Я подошел, класс. Так, дополнительные задания, это у нас дополнительные значочки, как я понимаю. Либо мне просто идти на значок луча. Ну, мы понимаем, что всего у нас... Сколько частей карты есть? 3, да? 4. И на каждой вот кусочке из таких карт у нас будут встречаться вражеское, так сказать, сопротивление. Я понимаю, что это будет довольно глупо, и скорее всего мы с вами это не будем проходить именно данные такие миссии, хотя кто знает. Дополнительное войско, схема цепления, перехватчика. Угу. Тоттенкопф решил отомстить за замок. Его войска застряли в историческом центре, и не то чтобы побеждали, и все же все ждут. Что-то должно случиться, что бы это ни было. Послушай, во-первых, не посрать, а во-вторых, ты понимаешь, мне нужно сейчас заниматься такой херней, о которой вы даже не думаете. О, лесенка. Куда-то. Золотишко. Тут был обычный проход, оказывается. Так, дело в том, что, как я и сказал, это у нас только первая вышка была. Получше можно увидеть, что там есть вторая вышка на другой стороне, да? Все-таки. Но отсюда же сразу можно взять и другой вариант. Тут еще есть вышка. Их будет довольно много. Я не уверен, что здесь все-таки это только одна вышка на всю территорию эту большую. Так, мне по-любому сюда. И где-то отсюда я смотрел сюда, где-то вот здесь горит следующее, то, что мне нужно. Так, давайте я сразу возьму резец. Бац. Я просто умный. Вы что думаете, я буду на большую толпу нападать просто в одиночку? Нет уж. Нет, я не настолько глуп. Что это за тупизм? Типа, откуда они знали то, что я здесь? Да, типа, на выстрелы, я бегу на выстрелы. Но никто ж не видел то, что я здесь. Так ведь? Так, это получается мне по данным... Блин, вот это тупо то, что враги восстанавливаются. Мне просто идти по дороге. Подожди, это щит. Один выстрел. Серьезно. Так круто. Я не хочу тратить время на этих болванчиков. Поймите.
А, сейчас, ладно, поднимемся. Я не помню, что здесь. А, деньги, ничего себе. Что-то вражину не вижу. Так, это мне... сюда в двери. Подожди, а луч? А, ну он, в принципе, так, когда я как раз и говорю, он типа в этой стороне. Тупые лучи, но это дополнительное по-любому задание, так ведь? А, уничтожьте башни. Найдите и уничтожьте остальные радиовышки, усиленные энергии, тени в деловом центре города. Поговорите с Эриком и Ян, кружки крейсера в деловом центре города. Радиостанция. Ой, бля, уничтожение башни. Ну, в принципе, да. Подождите, давайте сразу сюда. Карта. Так, давайте тогда, если на то пошло, будем делать все красиво. Если верить, нам сюда. Уничтожьте башни две. А, ну их не так, ну их не так уж и много получается. Если это не башня тоже. Блин, я не могу понять, подожди. А, мне сейчас сюда. И тут тупик. Мне получилось только сюда, в воду, в водоемчик. Хорошо. Угу, кайф. Прикольно вышло. Понимаю. А тут же этих херовин было до хера, да? Здесь этих мужиков было до хера, я помню. Хотя здесь это есть вражеская площадка. А, черный рынок как раз. Так, ребят, подождите, мне нужно сейчас со своими делами тут разобраться. Знаешь, Блажкович, для американца ты парень хоть куда. Не знаю. Чем могу помочь? Давай, что у тебя есть? Что мы вообще можем еще купить? Кроме боезапасов, конечно же. Так, у нас 6000, это довольно мало. Давайте тогда... Щит. Синий кристалл, горожая энергия, громкая тарелька, мордовая, колебания, кристалл уничтожит всех, кто касается вашего щита. Граната. Лайфган. Подожди.
Это тамошняя пушка, да? Тайван. Фламер. Ну это огнемет. Или вот это вот. Нет, это... Да, вот это имбовая пушка. Угу, усилить накопительную энергию. Да, да. Да. Пускай у меня будет пушка заряжена. Готово. Ну, более-менее я все, так сказать, улучшил. Пойдем отбивать вышки сраные. Биджей Блажкович, герой Айзенштадта. Рад встрече, Биджей. Теперь ты займешься Тоттенкопфом? Он единственное препятствие на пути. Не знаю, ребята, о чем вы. Знать не хочу. Знать не хочу. Так, вышка. Ну, больше вышек я тут не видел, в принципе. Бэм, 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 бэм. О! Бля. Короче, если вы видите ранду, которую не можете подобрать, нахер она вам нужна. Биджей Блажкович, герой Айзенштадта. Рад встрече, Биджей. Теперь ты займешься Тоттенкопфом? Он не... Так, здесь я был? Да, здесь я был. Понятие фигня в чем? То, что мне нужно охранять их, пока они типа атакуют. Не, если там есть место, которое типа меня полностью оберегает, то я могу подрубить щит вот здесь, допустим. Ну, вы видите, ну, довольно... Давайте попробуем, ну... А ну-ка, пока... Я ж могу и свалить куда-нибудь, так ведь? Там же не говорится, чтоб я должен на одном месте сидеть. В принципе, да. Поэтому я знаю, что я буду делать сейчас. И посмотрим, сколько нужно держаться. Минуту. А и все? Народ, я думал там это. Типа защиты. Забейте это вообще. Как нихер делать. Я уже то испугался. Ну еба, сейчас буду я долго мучиться с этой херней. Нифига. Если так все будет происходить, поверьте, это... Это, скорее всего, знаете, просто начально так показали. Типа, вот ты без жопа, парень. Типа, сиди на перди. Экономь огонек. А ты такой, а нихера, а нихера. Такой бум сразу. Шоколака, да? Бум шоколака. И они просели. На жопецку. И ты такой, ха-ха-ха. Тебе найс. В основном тебе найс, а им не найс. Какого черта? Штайн? Штайн, найн?
хера. Ни хрена себе. Что это было? Что это за молниеносный хлыст? Да шлёпа. И за таких не... А, у них там новичок появился. Да ёлки-палки, ты надоели. Ах ты тварюна. Ух ты ж ё-мо. Это больно. Чёртовы вышки. Как будто в Tower Tennis играю. Так, а где моя новая пушка? Вот это, да, она? Ой, стой, сначала нужно подняться. Подожди, подожди, ребята, сейчас мы с вами разберемся. Всё. То есть выстрел с этой пушки равноценно, что тебе забейте. Но она, короче, очень жесткая, как бы то ни было. Так, не сюда, да? Не сюда, сюда. Но мне нужно сразу тогда и другие данные взять. Подождите, которые здесь везде есть задание, нужно это сразу делать. Сразу нужно делать все, что в моих силах, как говорится. Сразу все, что в моих силах. Печаль не помешает нам сражаться с нацистами. Давай, приятель. А что вы хотите? Знаете, чего вы добились, разрушив радиобашню нацистов, Герр Блажкович? Вы сделали врага глухим и слепым. Это помешает им действовать быстро. Герр Блажкович, рад вас видеть. Думаю, Эрик отправился на конспиративную квартиру Золотого Рассвета, чтобы встретиться с вами. У него есть для вас важные сведения. Майн Гот, на нас напали! Я должен оставаться на связи, а ты выбирайся отсюда! Ну, я думаю, вы же не против, если я вам помогу, да? Какого черта они меня атакуют? Не помню этого места. Поэтому я им помогу. Или хотя, подождите-ка. Куратор операции. Если здесь нет кураторов операции, значит все отлично. Задание. Оборона явки. Радиостанция. Ладно, давайте оборонку сделаем. О, там вон еще что есть. Ладно, давайте я сначала оборонку сделаю. Шальная пуля убила кого-то. Логи. Это
Тут нету звуков энергии. Ну вы сами видите, что они почти меня грохают. Надо убрать стрельбу! Не дайте им загнать вас в угол! Они довольно сильные. Посмотри, три... Надо три удара, чтобы он выжил. Посмотрите, как он мансит! Посмотрите, как он мансит! Мансит как бог, я не знаю. Чем это вообще еще сравнимо? Ох ты ж, ё-моё, ВП... Это знаете, как в КС-ке можно АВП засунуть в стену, только мы калашники здесь суем в стену. Здесь, ну и тоже по мне. Так, здесь есть проход, я хочу это посмотреть. Ой, бочечки с энергией. Ага, одна бочка полностью тебя заполняет. Запомним. Так, ладно, погнали обратно, поговорим, с кем мне там надо. О, вот еще где энергия есть. И здесь наверху было что-то. Нет времени на разговоры, друг мой. Нацисты жаждут нашей крови. Мы будем отвлекать их, пока вы не пойдете туда и не разделаетесь с ними. Я думал, я могу этот использовать. Столик. Я думал, нихера, сейчас столом приложу челика. Подожди, как мне туда забраться? Где это? Подожди, стенка была. Или это здесь было? А, да, это здесь было. Сейчас мы все сделаем. По красотке. Найн, лишь деньги. Диджей, я все еще... Нацисты отступают. Все, зачем? Мы же были у них в руках. Это очень странно. Согласен. Знаешь, я, может, тебя на заставочку поставлю, типа, блять, вышка? Или я, блять, сознал, что с вышкой будет по-любому. Так. Что по карте? Раз. Ага, раз. Так. Данные. Два. Три. Не справился, Биджей. Ты остановил наступление нацистов. Я знаю. Вот как мне отсюда выйти? Ладно, блин, я не... А как отсюда выйти? Как же сложно понимать, где выехал. Так, где-то здесь, я помню, он был. Это что? А. Блин, ну на самом деле уже ничего, именно эти зомбяхи не страшные. Вот ниндзя страшные. Ну, в плане они сложные. И... Девки эти... Шлюховатого вида. Давайте я вообще посмотрю, что здесь осталось у нас. Здесь у нас... Всего лишь одна вышка. Задача. Да. Карта. Это нам сюда. Радиостанция. А, ну радиостанция это миссия, да? Ладно, давайте, короче, я думаю, мы с вами на вот этом моменте закончим. В следующей серии я, ладно, к Эндрю отправлюсь, с Эндрю поговорим, потом сюда уже вернемся. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.